Друзья, вы не поверите, но это правда. Экстраординарное событие у нас произошло на, между прочим, официальном турнире. Александр Башарин, думаете, что учит Евгения Изотова, как закрывать лэг? Да, За 9 родиков. Я не пошел. Ты не стал играть 84 через 34, что-то там выдумывать. Я классически закрыл. 60, классика. 67. Сразу, вот видите, легенда. Не то, что некоторые. А какой итог матча-то вообще? Если это был финальный 4-0. 4-0. Еще и победный, победа, к тому же. Да. Обалдеть. Ну и у меня тогда, помнишь, было тоже победный, когда я выиграл. А, да-да-да. Когда в подвале играли. Да. А ты, наверное, видео снял? Нет. Я ему сказал, говорю, блин, ну ты что, концовочку. Я ему говорю, давай. Я на 9. Он там его рука. Только рука торчала и крик, да? А что сразу выключил? Надо было эмоции до конца снимать. Блин, Марков, тебя... кончились эмоции. Кончились? Александр кончил с эмоциями. Да. Ну, в Челябинске никогда просто не бывает, а Башарин уже два раза, между прочим, на официальном турнире за 9 закрывал. А я это видел лично. А я это снимал лично. Это что, на матч было? Еще и на матч, прикинь, за 9. Кстати, первый лайк на видео тоже, смотрите по ссылке в описании, тоже там интересно было. 180, 141. Короче, Анатолич, Евгений, я говорю, Евгений Анатольевич, учись правильно закрывать 141. Подскажу, Серега, Серега, потом 50, потом 50. Все по классике. Все по классике. Хрестоматийно. Это вам не Лондон, это вам не Изотов. Это хрестоматия. Хрестоматия. Я подошел, говорит, Сережка, я как Изотов не пойду. Ну сказал ему, говорю, на 9 пошел, я думаю, включит. Башарин, давай в следующий раз уже на сцене ТВ вот это изображать, хорошо? Да ради бога, да. А не то, когда Марков снимает кривыми руками, никогда одна рука торчит там вот так вот. Да я говорю вообще, блин. Руку запишите. Для чего тебя поставили? Сейчас я за 9 закроюсь. Это же от пива зависит. А, ну да. Это не пиво, это вообще. От флота.